with the short corner, gets it back from Drogba. Аспиликуэта, being urged to shoot by the Chelsea faithful. Instead, the header is in. Хочет этого помолитись, кутовий швидко розіграють футболісти Челсі. Іванович, Оскар, забивати треба, забивати! Своєї команди, Азар, Дієго Коста, забігає Філіппо Луїс. Дієго Коста пасує на Азара, Філіппо Луїс, знову Азар. Його м'яка передача на Оскара, Дієго Коста, удар! Виступає, зараз смотримо за цією атакою, атака, і удар Оскара, і 1-0! Против двух игроков центральной зоны полузащиты. Ну а здесь Вильян подает. Иванович! Супергол Иванович! Опа, вот моментик. Пришел Иванович. Блестящий гол. There again. Вильян with the drive. He's found the team. Бразильца. Удар по воротам и 1-0 Джонте, который проводил последний сезон в Интере. Коста. Удар и гол. 2-0. Диего. Сеск. Вот кто не будет прятаться. Снова Азар. Сеск. Мельчи. Челси. Рамирес. Передача 1-0. Или офсайд. Никто не сыграл вверху, вратарь не вышел с ворот, кто попадет по мячу? Очень легко Азар обыгрывает, голкипера 2-1. На Азара, Азар против Фонти. Азар подключает партнера, удар и гол, и гол! It's Hazard against Begovic, and it's Chelsea 1, Stoke City. Given away, Hazard now with a chance, in on goal. Chelsea's lead. Это его подарок, Оскар. Азар. Азар, штрафной удар, 1-0. И гол! Тут еще и Фабрегас идет вперед. Пас назад! Удар! Один! Понимаете, да, почему? Сейчас удар по воротам и гол! Арсен Венгер, прострельная передача и
1-1! Oh, big deflection! And with the defence of the trophy. Oscar in and in. Right. Челси, вот момент, может быть, Рамирес! И гол! Это шанс. Зума с такого забил Арсеналу. Вильян, подача, опасно! 2-2! 2-2! Они сравнивают счеты! Выбит Вильян. Рамирес сейчас в стенку. Блин. А это Зума около мяча стоит. Итак, Вильян бьет. Куда? Гол! Гол! Вот он, гол! Еще и стенка. Вильян, удар, поворот. Там! Какой мяч! Штрафного. Посильнее, и вот момент сейчас возникает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! И что? Оскар вместе с Диего Костой ворвался в штрафную. Вот сейчас смотрим за этой атакой. Передача от Эдена Азара завилила и тот... На мой взгляд, то, что не стал ничего переделать особо Клаудио Раньери после работы Найджела Пирсона, вот как раз это все и приносит результат. А вот он гол Челси, это Луи Греми! Terry goes to the near post. Ivanovic 1-0. Ferrell. Ivanovic into the box. Ricochets away.